Ребятки, всем привет! У нас в гостях опять Серега, главный по револтерам и суперконденсаторам всяким. И вот сегодня он такую плюшечку привез. Вот такую малютку. Серег, что это такое? Это мотобатарея. Это интересная мотобатарея, не совсем стандартная, про которую я чуть позже расскажу. Сейчас мы попробуем. Тридцатка. 30 ампер мы сейчас будем заводить на улице минус 22 где-то. А машина вот стоит холодная, леденючая, я бы сказал. Да, ночь она стояла. В багажнике. У Сереги ночь батарея в багажнике заряжена. Ну, практически 12,9, да? Да, 12,9. Батарея заряжена. Попробуем. Сигнализация орет, я отцепил клемму, подключил уже. Стой, плюс пока не цепляй. Да. Так. Ну все, у нас получилось. Вот, подключил, да? Ага. У нас получилась, ребят, вот такая конструкция. Мы сейчас попробуем с этой тридцаточки завести 5,7 холодные. Литра. Холодные, да. Я не заводил еще ничего, у меня уже сейчас уши отвалятся. Я пошел заводить машину. Ой, зима. Ребята, тридцаточка завела его. Глушу. Тридцаточка завела его. Тяжело, но завела. Мотоаккумулятор, да? Да, мотоаккумулятор 30 ампер. Это очень интересная батарея с электролитом в виде наногеля. Я расскажу чуть позже подробнее. Что да, это. Потому что здесь очень холодно. Да, но батарея работает. То есть она офигенно. Я вам скажу еще больше. Это гений-йети будут аккумуляторы такие модные на его вездеходе. Где она делает вездеход себе. Давайте сейчас попробуем завести. Вот я машину сразу же заглушил. Попробуем ее завести еще с револтера. То есть тот же холодный двигатель, как прокрутит револтер. Посмотрим. Все замерзло. Короче, 100% зарядки. Да, вчера мне вот жаловались, что вот, мол, купили у вас там револтер, а он не работает, там прочее. Ребята, не забывайте нажимать кнопку на бустере или проверить, что горит зеленая лампочка. А то мне прям с претензией вчера там. Вот я купил, а у вас не работает. Вот эту кнопку не забывайте нажимать. Это защита будет. Ее нажимаете, она должна загореться зеленым. Сначала мы подключаем провода. Да. Чтобы не путаться. Дальше мы плотно вставляем в разъем. Вот, видите, красным моргает. Хороший контакт, да. Красным, это значит неисправный аккумулятор, либо его нету просто. Да, либо он сильно разряжен. Нажимаем, держим. Опа, вот. Все, пошло питание. Пошло питание. Так, что? Да, давай. Завожу, да? Выключено все у меня. Ну вот. 5,7, ребят, завелся, но заглох, потому что аккумулятора нету. Так, ну, не знаю, наверное, еще раз нет смысла говорить. Да, не надо уже мучить. Ну, заряд не изменился. Заряд не изменится, он, да, там хватит его раз на 10 сейчас стартануть. А можем попросить? Ну вот опять терки тут у ОТК, контролеров наших. Все из-за чего, ребята? Из-за суперконденсатора. Один говорит, что хватит такого, а другой говорит, что не хватит. Ну, на самом деле у нас на нашем шерпе первом стоит еще послабее немножко суперконденсатор. Вот, про этот мы вам попозже чуть-чуть расскажем. Вот этот суперконденсатор мы будем устанавливать на новый вездеход наш, кит. И такой же суперконденсатор на выбор можно будет взять для себя, если вы приобретаете кит через нас. Ну, все, смотрите подробно, на сайте написано, какие будут вариации бонусов и подарков от нашего канала для приобретающих вездеходы. Как-то так вот. Ребятки, ну что, мы поехали делать добрые дела. Съездим сейчас в Дмитров и посмотрим, может что-то не завелся, потому что сегодня достаточно прохладно. Вдруг нам повезет. Или кому-то повезет. Мы готовы. Да, погнали.
Да, ну вот, ребята, нашли мы доброе дело. Все-таки замерзшую машину, человек пришел ставить аккумулятор теплый на нее. А мы сейчас попробуем его завести с нашим пусковым устройством. То есть можно не таскать аккумулятор целый. Можно пробовать. Можно пробовать, да. Все зеленое, да? Да. Да? Стоп. Ага. Стоп, сейчас защита сработала. Сейчас. Пробуем. О, уже лучше. Ну вот мы и завелись. Отлично. Понравилось? Ага. Ну вот. Заходите на канал Герасим Шерп называется на Ютубе. И себя увидите. Заряд 100%. Едем дальше. Заряд 100%. Вот такая вот штуковина. Все, ребятки, ну вот, одно доброе дело сделано. Сейчас мы поедем дальше. Ребятки, ну что, мы, в общем, добрые дела больше не смогли сделать. Не нашли, кому их сделать, короче. Все заведенные, а кто не завелся, тот уже это самое. Либо уехал на такси, либо сидит дома, чай пьет. Может, не чай. Вот наша Такома, это вот на которой у нас Рашид гоняет. Вот, она уже здесь месяц стоит на сервисе. Ждем на нее запчасти. Вот, по Такоме я потом еще видос сниму. Мне надо, чтобы за нее взялся хороший человек, перетряхнул ее всю. В общем, ну это я потом отдельно сделаю видео. Покрасить ее надо, там прочие, короче, вещи. В общем, она месяц уже здесь стоит, аккумулятор на ней напрочь убитый. Вот. Мы ее сейчас попробуем завести. Вот, сейчас будем пробовать револтер. Здесь стоит мертвый аккумулятор, но я сейчас попробую, покручу, покажу вам. Блин. Все примерзло, все замерзло. Ой, вот такая вот коляска. О, ребят, тут... Нет, тут напрочь просто севший аккумулятор. Просто напрочь, насмерть. Вообще даже не... Ни лампочки, ни гулечки, ни... Ни загугулечки. Ну, сейчас вольтметр зацепим. 5 вольт, ребят. Ну, это, короче, прям мы не знаем даже, вот если она, если заведет, это будет это чудо. Это чудо, да, потому что... Потому что, ну, не, мне даже, кажется, не потянет. Даже это, прикуривать, да, не факт, что прикуришь. Да, мне кажется, не потянет она. Ну, давай, я сажусь сразу, да? Мне кажется, она ее не потянет. Просто-напросто. Вон он подключает револтер. Все? Ага, есть. Ну пробуем. Ну крутит. Нифига себе, она и стартанула. Блин. Да, вот это прям круто. Ага. О! Ребята, это реально круто. 4 вольта на аккумуляторе было. Месяц простояла машина, ждем запчасти на нее. И она завелась. 3 литра движок здесь. Это, конечно, круто, да. Ну пусть погреется теперь уже. А еще круче. А еще круче, да. Вай, нормально, да? Ребята, теперь не пишите, что там мороз не работает, попробуйте. Да, просто я еще хочу добавить, вы пишете там, вот купил минус 25, она не работает. Ребят, она не должна в минус 25 работать. Эти батареи, которые в ней внутри стоят, должны быть теплыми. Засунули за пазуху, погрели минут 10. А лучше вообще заносите домой, знаете, морозы, если будут. В машине не оставляйте, она не будет замороженная работать. Так же, как и аккумулятор, это физика. Тут ни за какие деньги не купишь и как бы, что говорить. Читайте инструкцию, прежде чем писать претензии мне на канале там или еще кому-то.
Вот мы вам показали, как револьтер завел 3,4 литра даже. Завел мотор далеко не свежей 20-летней машины, которая простояла месяц. На улице у нас минус 18. Никто не отменял. Я вам сейчас покажу на градуснике температуру. И все завелось, все нормально. Дополнительная нагрузка, ребята. Да, и в виде дополнительной нагрузки это разряженный в хлам аккумулятор 5 вольт где-то на нем было. Это очень круто. Я сомневался, честно говоря, что он его заведет. А я нет. Отморозок, елки-палки. Вот КамАЗ еще есть замерзший. Поедем в гараж, холодно. Сейчас будем глушить машину, пусть прогреется уже, раз завелась. Ну это, конечно, круто. Такома живи. Так, ребятки, вот проверяем суперконденсатор, который нам прислали для нашего нового вездехода. Вот он сейчас набирает заряд, должен набрать где-то 14,6 вольта, вот с аккумулятором. И потом пойдем попробуем, пустим фуджик. Отцепим на нем аккумулятор, заведем фуджик холодный. Фуджик дня два стоит уже. Вот достаточно так быстро происходит зарядка суперконденсатора. То есть напряжение, от которого он будет работать, это от 9 вольт. Вы разрядили, когда разрядите свой аккумулятор, то суперконденсатор потихонечку в себя возьмет энергию, наберет. И стартанет это самое после этого стартер. В принципе, все зарядилось. Суперконденсатор заряжен. Мы сейчас попробуем завести машину без аккумулятора. Фуджик 4-литровый. Холодный. На улице, напомню, градусов. Ну, сейчас, наверное, где-то минус 18. Где-то так. Пойдем попробуем. Так, ребятки, у нас две новости. Вон приехал Гена за своими аккумуляторами. И мы будем запускать на фуджике сейчас. Будем с суперконденсатора делать запуск и посмотрим, насколько его хватит. Вот, суперконденсатор мы зарядили. Сколько у нас там? 14,3, да. 14,3 у нас есть. 14,3 есть. Так. Ну все, ребят, начинаем. Раз, завелись. Заглушились. 1,5 осталось? Да. Один запуск у нас. Ну давай. Сейчас я покажу, как он заряжается быстро после запуска. Угу. Давай, давай. Это напряжение у нас сейчас остаточное в конденсаторе. Начинает заряжаться. Ну, ребят, в общем, у нас хватило на два запуска. Это очень хорошо. На два запуска холодной машины. Один уверенный запуск. Было очень бодро. Ага. Все это произошло. Осталось 10 вольт. Ну, соответственно, ага. Суперконденсатор от аккумулятора. У нас сейчас он просто без аккумулятора напрямую подключено. Все к борту машины. Да. А так у нас бы он зарядился опять заново. Секунд и за 30 запустился заряд, да, секунд да. за 30. Да. И у вас бы... Аккумулятор вообще не участвовал бы в запуске, и вот ему вот этой коробке пофиг мороз. Как-то так. До какой температуры? До минус 45 градусов. До минус 45. Угу. Все, пойдем в гараж, и там Серега нам расскажет какие-то особенности еще. Привет еще раз. Попробовали, протестировали суперконденсатор от производителя Phoenix. Здесь заявлена емкость 95 фарад. И 14 вольт. Мы завели фуджик два раза, как вы видели. Что можно сказать, отметить на первый взгляд? Ну, емкость, она действительно похожа. Есть чем сравнить. Мы пробовали 100 фарад в свое время. Здесь из удобства можно отметить это крепление. Можно уже пластины крепления куда-то. И выведено сразу то, что Гера доделал.
это дистанционное управление, тумблер отдельно, есть выходы, есть индикация, чтобы сигнализировать, когда модуль заряжен, повесить, например, лампочку или диод. И также отдельно порт для зарядки с аккумулятора подсоединяется. Это уже контакты чисто на стартер остаются. Здесь также встроенный повышающий преобразователь, который работает с 9 до 15 вольт отходного напряжения. То есть можно использовать разряженный аккумулятор. Пусковой ток 590 ампер. Да, ребят, данные суперконденсаторы, ссылочка на производителя будет у нас на сайте в разделе «Партнеры». Скидочка 10% на него будет. Можно приобрести, то есть, ну, я не знаю, вы, наверное, поняли принцип, то есть, для чего это сделано. Сильный мороз, у вас замерзший аккумулятор на машине, он не выдает те амперы, которые нужны для запуска двигателя стартера, чтобы прокрутить. Вот этому блоку пофиг на мороз до минус 45 градусов, ему пофиг. И он, потихонечку собрав в себя энергию, резко ее отдаст на стартер, и у вас будет заведенная машина. Вот такую же я, наверное, буду и ставить на тундру себе на 5,7. Потому что если она уверенно очень пустила Фуджика 4-литрового, то 5,7 она также один раз уверенно пустит. Если не прошел запуск, подождали полторы минуты, он опять полностью зарядился, еще запуск. Опять же, вот как будто вы прикуриваете от чего-то, даже, наверное, прикурка так не дает такого эффекта. В общем, вот такой вот полезный девайс у нас, он стоит на вездеходе, нам очень нравится. И также этими же суперконденсаторами мы будем комплектовать наши вот бонусы от нашего канала для людей, которые приобретают вездеходы. Это либо шерпы, либо киты, либо это бигбо вы покупаете. Если вы покупаете со ссылкой на нас, мы предоставляем перечень плюшек. По каждому вездеходу будут отдельные комплекты созданы. Это также можно увидеть у нас на сайте в разделе «Вездеходы». Ну что, у нас приехал Гена, а Гене мы что хотели вручать? Гена строит свой вездеходик, переломочку, и хотим ему вручить вот такие вот аккумуляторы. Подарок от канала у нас будет для Гены. Вот такие аккумуляторы Дельта, это будет стартовый аккумулятор, а это будет сервисный аккумулятор, от которого будет питаться вибаста, свет, зарядочки и прочие всякие плюшки. А Сергей нам сейчас про них все подробненько расскажет. Да, я же не мог проехать в гости с пустыми руками. Как раз расскажу. Бренд Delta, наверное, один из самых известных брендов на российском рынке. Это EPS-серия, стартерные мотоаккумуляторы. Один из самых сейчас популярных продуктов. Устанавливается на конвейеры Stealth, русской механики, Bolt Motors, Irbis. Практически все производители перешли именно на эти батареи. У них при прочих равных с обычными AGM-аккумуляторами, наверное, полтора раза больше пусковой ток. То есть такая тридцатка, у нее пусковой ток 400 ампер. Вы видели, мы заводили тундру холодную с тридцатки. Вот. В качестве электролита используется не просто гель, а наногель, который позволяет эксплуатировать батарею от минус 50 до плюс 50 градусов. Отличный выбор для снегоходов, квадроциклов и мотоциклов с большим мотором, а также вездеходов. Также нужно отметить, что Delta это, наверное, единственный бренд в России, у которого есть военная приемка и сертификат МЧС, разрешение эксплуатации. А у Delta широкая линейка вообще в целом аккумуляторов, не только стартерных, также есть для охраны пожарных систем и источников бесперебойного питания, в том числе и тяговых. Например, в чем преимущество такой батареи? Вот этот экранчик сверху, это наша запатентованная технология, он показывает напряжение, а также показывает количество дней в эксплуатации и количество циклов, которые прошла батарея. То есть у Гены новый аккумулятор, да? Абсолютно новый. Это гелевая 75-ка тяговая. В чем еще бонус? Многие сталкиваются, что через какой-то период времени нужно доливать электролит, не знают, как это сделать, там вызывают специалистов. Здесь мы полностью уже это предусмотрели. И у нас есть такой зип, сразу встроенный в аккумулятор, помимо дисплея. Мы вкладываем сюда еще и электролит. То есть, когда он потребуется, он всегда с собой. При добавлении, потом да, он всегда с собой. Также здесь присутствует сигнализация о разряде. Как только батарея начинает разряжаться, начинает пищать. Угу. Говорит, поставь меня заряжаться. То есть, очень классная батарея. Технологичная. Срок службы порядка 10-12 лет у нее. Технологичная батарея. Замечательно, замечательно. Ну вот, Гена, что ж, я думаю, что тебя будет Ген, это радовать. Да, бери себе это, брелок тебе будет. Гена даже мускул ни один не дрогнул. Я взял аккумулятор на ручки. Мишаню на ручки возьми лучше. Положи аккумулятор. Серега, огромная
Да, мы ждем рассказов, как будет в эксплуатации. Нам будет интересно. Да, будешь так, что теперь отчеты слать. Отчеты слать будешь. Как работает все. А что по этим аккумуляторам? Их тоже, наверное, можно же приобрести, да? Серег, ну, наверное, такие аккумуляторы тоже можно приобрести нашим подписчикам со скидкой. Обязательно. На всю EPS серию мы даем скидку 10% для твоих подписчиков по промокоду GERASIMSHARP, и ссылка будет в описании. Ссылочка в описании, ребята, также она будет добавлена, эта ссылка, в раздел «Партнеры». Ну, я, наверное, даже уже, наверное, раздел «Партнеры» разделю по категориям. Как-то вот так вот просто для вас делаем вот такую полезную скидку и говорим о том, что вот есть такие аккумуляторы, которые будет использовать сам Гена Йети. Ну что ж, ребят, на этом мы, наверное, на сегодня нашу серию закончим. Вот такие были у нас побегушки, как сказать, Тимур и его команда. Мы искали кого бы прикурить, но, увы, уже все, кто уехал на работу на электричке, кто не завелся, кто-то потаскался и завелся с утра рано, а кто-то просто уже пошел на обед пить чай дома. Потому что, короче, по морозу никто нас не ждал. Надо минус 30 ждать где-то. Было минус 20 сегодня. Но, тем не менее, мы что нашли, то вам показали. Показали вам интересные решения по электрике, по энергообеспечению ваших вездеходов, автомобилей. Это суперконденсаторы, это качественные аккумуляторы. Так что решайте, думайте, смотрите. Ссылки есть все на нашем сайте в разделе «Партнеры». Все, пока. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь. Пока.